Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моей подписчицы Анастасии, и сегодня у нас будет, как обычно, рейлинг на 53 тысячи самоцветов под акцию коллекционер. Сегодня довольно-таки неплохие плюшки. За 15 студенистых рыцарей вы можете получить воодушевление 5. В принципе, для тыковки это один из топовых талантов, также гнев. Пятый сет, ну и, наверное, самое большое, что здесь есть, самое ценное, это 20 осколков Никрыла. Остальные плюшки тоже, в принципе, неплохие. Призрачный всадник, камень, эмблема руны, 5 монеток, ну, фея, камень агментации и за паладина руна эволюции. Ну, самое основное, это вот студенистый рыцарь, выбыть воодушевление для тыквы, и, в принципе, тогда особо проблем с подземками не будет. Будет все намного проще, намного легче. Так, смотрим ее аккаунт. Она находится в гильдии Happy People, счастливые люди. Тик за безосновательный пропуск БГЭ. В принципе, правильно. 3D 5 босс 20-21-00. Битва гильдии 1. Атака фортов 2 место. Прошлое. Так, средняя сила, наверное, где-то от 100 тысяч, скорее всего. Ну, как видите, народа мало, так что кидайте заявочки, вступайте. Так, смотрим, что у нее пройдено. Что у нее интересного есть. Так, кошмарка остановилась на 7.6. Да, остановилась на 7.6. А по волнам Джей. Зафармила, дошла до Джей. Но ей не хватает на аккаунте Фрей. Будем сегодня гоняться за Фрей. Так, тыковка топовая, смерть топовая. Ара, варла, гуд. Дерево хорош. Отлично. Ну, так себе. Отлично. Нормально. Сюда талантик, конечно, надо. Бигфут с бывашкой не то. Седна с бывашкой тоже не то. Куб 11 уже, валька есть, ну, отлично, отлично все. Так. Ну, неплохой аккаунт. Интересный герой есть с хорошими талантами. Так, Арктика есть, рэнки. Да, героев хватает. Есть что качать, куча ниндзиков, друиды, атланты, одержимые, еще смотрю. Да, вот Фрей не хватает. Что у нас здесь? Ну, неплохо, Рину даже есть в остатке. С рунами, как вижу, не очень. Ну, по ресурсам тоже, видимо, все вкачивает. Так. Что у нас по донату? 43, почти до шапки. Ну, в принципе, неплохо. Так, ну что, поехали. Сегодня попробуем тактику по 150. Сегодня будет еще много роликов, поэтому давайте начнем. Варлок, неплохо. Смерть сердцеедка. Череп. Лидилео Сукуб, ни хрена себе. Ворожей. Начало отличное. Посмотрим, что будет дальше у нас. Укротитель. Паладин. Ну, руну эволюции уже заберем. Не смотрел, сколько у нас там рыцарей. Так, кубчик, отлично. Афина, блин, досыпет. Друид. Так, до следующей легенды и перейдем, посмотрим. Обычно, когда говорю до следующей легенды, опять череп. Черепа неплохо, кстати, начали падать. Так, забираем паладина. Всего лишь 3 за 20к. Всего лишь 3 студенных рыцаря. Это что-то, бля, что-то не то.
Огонь просто. Так, Афинка есть тут? Походу нету. Ну отлично, уже одного недостающего достали. Афина тоже очень-очень хороший герой. Так, ну что, поехали дальше. Ну, все-таки нужно Фрея. Еще один друид. Одержимый бог грома. Ну, легенды сыпят. Черепа, блин, падают один за другим. Варлок еще один. Так. Химка. Но вот я смотрю, студеные вообще практически не падают. Тайджи типа постебалась, что ли? Бог грома, суккуб. Гаргул. Да. Купидон, малыш Ник. Это все, конечно, круто, но где наше воодушевление? Седна. Так, ну, Сноузила. Да, что-то печально все с этими. Студенными. Влад Дракула. Походу на них Рино. Офигеть. 43к, куча героев, а то, что надо, не упало. Это жесть какая-то. Так, студеный еще один. Заклинательница. Да, блин, героев, конечно, нападало нам. Суккуб и два рыцаря. Ну что-то так тугенько падают. Так, ну-ка, что у нас получается? 10 всего. Блин, да у меня раньше падало на такие суммы намного выше. Походу опять похерили шансы. Да. Так, забираем эту награду. Давайте пройдемся, посмотрим, что мы там достали. Ну, как-то... Вроде и падает неплохо, но что-то не то. Так, Афина, заклинательница, Седна. Седна есть. Афины точно нету. Заклинательница. Ее тоже, кстати, нету, по-моему. Да, два недостающих героя, но опять же. Шось тут не так. Побежали. Сделаем махинации. Ну что, ребят, вот мы доделали наш, как обычно, ход конем. Забрали аксартикой, психощитом, скином на Арктику и сундучком. Так, идем плюшки откроем и продолжим наш роллинг. Перейти. Ну, то теперь у нее есть скин на Арктику. Идем еще откроем сундучок. Было бы неплохо, если бы была бы грубая сила. Но нам упал неплохой сетик. 5-й сет воодушевления, отлично. Супер. Забираем. Добили шапку, но у нее максимум героев, к сожалению. Шапку она уже, думаю, сама заберет. Так, ну у нас остался печальный роллинг. Точнее, не печальный. Набили мы хороших героев, но, к сожалению, что-то здесь студенные рыцари. Смотрите, как герои падают. Так, 4, 3. Просто жесть. Офигеть. Ронин. Суккуб. Вот это жесть.
Так, что у нас осталось? Паладина. Забираем коробку пятую. Осталось еще три. Фига себе. Ну, сейчас сделаем ход конем дальше. Вариантов нет. Так. Все-таки добьем эту акцию. Так, а Ронин у нее был? Что-то я так не замечал. Да, и Ронин еще один недостающий герой. Отличненько. Поехали дальше. Кенди, сердцеедка, смерть, Влад Дракула, тыква. Вот это так сыпет. Еще не хватает, окей. Рандом, я тебя понял. Делаем ход конем дальше. Надоело, честно говоря, заморачиваться. Так, ну что, поехали. Дед Мороз, Красный Нос, Суккуб, Студеный, Хранитель, Триант, Малышник. Ну, просто жесть. Все, вроде дособирали, наконец-то, снова Зила. 150-150. Так, окей. Ну, забрали топовые награды, все-таки забрали. Шапку. Шапку не можем забрать. Ну, придется ей кого-то слить. Так. Ну, в общем, вот так вот у нас получилось очень и очень даже неплохо. Так, есть карты смены. Давайте коробку используем. Смертельный удар. Ну, поставит уже кому там захочет, в принципе. Вариантов тут особо много нету. Может, череп втыкнет. Так. Что у нас по акциям? Большая выгода. Может, тут что-то сейчас заберем еще. Ну, недостающих немало, скажем так, выбили. Так. Окей. И все. Жизнь, боль. Так. Открыть сундук. Я не помню, тут на трату или на что. Сейчас посмотрим. А, тут за покупки. Ну, может, тут что-то интересное пойдет еще. И побежим дальше. 150. 300. 300. Ну, неплохо, неплохо. Сейчас еще паролим дополнительно. Так. Ну, воодушевление, я думаю, у нее тыква берсовая, но я бы, наверное, скорее всего, тыкве поставил. Афину я пока оставил бы без таланта даже. Хотя, в принципе... Лучше, я думаю, Афине поставить Эква Берс. Конечно, ее будет не хватать. С воодушевлением будет намного круче все проходиться и быстрее. Ну, тут уже хозяин-барин, скажем так.
Так. Королева гарпий. Да, что-то не очень падают тут герои сегодня. Пиздец. Вот это, ребята, вот это называется, блядь, мега удача. То, чего мы пытались выбить, мы получили с последнего сундука. Охуеть просто. Ну, что я могу сказать? Поздравляю. Это просто мега везение. Подкручено, как обычно, включил читы и на последней попытке просто затащил. Да, вот так вот. Это просто жесть. Как она хотела Фрейю, в принципе, она ее и получила. Только не с роллинг. Вот так вот. А вот таким вот способом. Так, ну это еще, ребята, не все. У нас есть еще самики, мы сейчас еще на 13к паролем. Хранитель череп. Призрачный всадник. Прям посыпалось. Сноузила. Купидон. Булька. Повелитель бури, блин. Да ладно. Влад Дракула, смотрите, студеные как начали падать. Когда они уже не нужны. Что там упало? Как-то я мельком так. То ли мне показалось. Не знаю. Что-то я в ускоренном потом на повторе посмотрите. Ну блин, повелитель бури смотрим. А, Афина, наверное, еще одна упала. Офигеть. Вот это так удача. Так, повелитель бури. Тоже не вижу. Короче, мега топовый у нас получился роллинг. Куча недостающих героев. Куча всего. Идем еще попробуем что-то сундуков достать. Ну, реально получился. Мега-мега удачный роллинг, я бы так сказал. Так, попытки. Еще нам не пришли. А, тут это же за покупку, что я жду. Вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, сделайте репостики. Всем пока. Всем такой же удачи на аккаунте.